Hi guys, welcome back to Junris Bagadag Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing well and amazing. And the title of this video is Top 10 Best Weapon in Russia. The Pentagon doesn't know what to do. There is a Russian translation with this one. And credit to the owner also with the video to our favorite content creator, Tablet for Memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. I'm so excited with this one, guys, because I really want to know more and more of the weaponry of Russia, because you get like to experience and feel and see how advanced Russian in terms of weaponry. And I know this top 10 will be like get amazing with us. Let's get to it. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Enjoy with this one, guys. Wow. Thank you so much for this one. Россия – один из самых огромных и важных производителей и экспортеров оружия в мире. Это единственная страна, кроме Соединенных Штатов, которая производит любой вид оружия, от бомбардировщиков дальнего действия до подводных лодок пятого поколения. И некоторое российское оружие превосходит западные аналоги. Некоторые превосходят значительно, а некоторые схожи. И у России есть несколько видов вооружения, у которых нет аналогов в мире до сегодняшнего дня. И мы представляем вам 10 самых мощных видов оружия. Оружие России. Номер 10. Сегодня название «Сухой» — это синоним серии Су-27 и Су-30, которые набирают огромную популярность по всему миру. В противовес мир создал F-15. Но Су-27 эволюционировал на протяжении лет и стал одним из самых устрашающих истребителей в мире. Также в этой линейке есть такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35. Самолеты, которые будут составлять костяк российской авиации на протяжении следующих 10 лет. Номер 9. Россия также экспериментирует с робототехникой и использованием дронов на протяжении долгих лет. И один из примеров — это Уран-9, боевой робот. Фактически, это танк на дистанционном управлении. Просто немного меньше, чем обычный. Он может быть оснащен такими видами оружия, как противотанковая ракета, противовоздушные ракеты, а также пулемет и 30-миллиметровая пушка. Он предназначен для поддержки боевых наземных отрядов. Его призвание — защищать солдат от разного вида опасности. Он вполне может спасти солдату жизнь. Говорят, что в нем есть функция доставки раненого солдата на базу. Номер 8. Россия планирует создать многоцелевой авианосец по размеру, сопоставимый с авианосцами Соединенных Штатов. На авианосце будут находиться около 80-90 самолетов и команда от 4 до 5 тысяч человек. Номер 7. Танк «Армата Т-14», созданный в 2014 году, с улучшенной броней, в которой включает в себя щит, защищающий танк от наземных мин. Этот высокотехнологичный щит имеет сенсоры, которые могут фиксировать приближение противотанковых снарядов и сбивать их. Предполагается, что этот танк наголову превосходит в технологиях всех своих конкурентов. Номер 6. Вид вооружения, который способен сбивать американские спутники. Этот комплекс выводит ракету на орбиту планеты, и ракета сбивает спутник. Уничтожение спутников может привести к огромным проблемам после потери связи. Нарушение работы технологии GPS, к которым, в свою очередь, привязаны многие западные виды вооружения. Номер 5. Сухой Су-57 — это российский истребитель пятого поколения. Как американский F-35, он пока не готов для массового производства, но он создан для превосходства в воздухе, что означает тотальное уничтожение других самолетов. Он также включает технологию стелс, спокойно может атаковать и воздушные и наземные цели. Одно из его главных преимуществ — это невероятная маневренность. Он может практически останавливаться на одном месте, при этом выглядеть как неопознанный летающий объект. Что, в свою очередь, очень полезно при воздушных столкновениях. Номер 4. Сверхзвуковые ракеты. Россия превосходит Америку на несколько поколений в разработке сверхзвуковых ракет. Новейшая ракета под названием «Циркон» очень скоро будет готова для массового производства и использования. Эта ракета способна развивать скорость до скорости Мах 6, которую практически невозможно отследить и уничтожить. Сверхзвуковые ракеты могут быть использованы для перехвата ядерных боеголовок, а не так также
сами могут нести ядерную боеголовку. Русские уже готовятся к тому, чтобы вооружить свои корабли, свои бомбардировщики и свои подводные лодки ракетой «Циркон». Если сравнить, Америка даже и не близко к тому, чтобы создать подобную сверхзвуковую ракету. Все, что американцы смогли сделать, это создать ракету, которая может лететь на сверхзвуковой скорости только на протяжении 6 секунд. Номер 3. Россия — это единственная страна, кроме Соединенных Штатов, которые производят стратегические бомбардировщики дальнего действия. Российское авиационное строение произвело полноценную модель нового стратегического бомбардировщика следующего поколения под названием ПАК-2. Этот бомбардировщик будет способен нести 32 ракеты класса KH. Это новейшие российские противокорабельные ракеты, которые специально разработаны для атаки авианосцев Соединенных Штатов Америки. Номер 2. Подводные лодки класса «Ясень», обладает самым мощным тяжелым вооружением и атакующим потенциалом в мире, на которой расположены 32 ракеты вертикального запуска и 38 торпед. Субмарина также имеет высокий уровень автономии, что позволяет иметь небольшую команду всего 90 человек. Это подводная лодка, первая, на которой установлен атомный генератор 4-го поколения, который не требует перезарядки на протяжении 30 лет. Номер 1. Российская армия испытывает первый в мире прототип, комплекс противоракетного ракетной обороны следующего поколения С-500. Комплекс С-500 способен засечь до 10 сверхзвуковых мишеней, которые могут лететь на скорости до 7 км в секунду. Также способна уничтожать сверхзвуковые ракеты и любые воздушные объекты, которые летят на скорости выше Мах 5. Друзья, не отключайтесь. Сейчас я вам переведу реакцию и комментарии иностранцев под этим видео. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Очень впечатляющий арсенал. Продолжайте работать в том же духе, Россия. Продолжайте сохранять мир от англосионистской криминальной кабалы. Ух ты. Следующий комментарий мне очень понравился. Американское оружие очень дорогое и хорошее. Российское оружие недорогое, но гораздо лучше. Следующий комментарий. Немцы были самые продвинутые в вооружении и напали на Россию. И все видели, что произошло. Следующий комментарий. Самое могущественное оружие России, помимо их военной мощи, это единение их народа и лояльность их людей и их дружелюбие к каждой другой нации. Следующий комментарий. Я люблю российскую супермощь. Следующий комментарий. Самое могущественное оружие России это Путин собственной персоной. Вы что, пытаетесь меня оскорбить или обмануть? И последний комментарий. Я очень часто представляю, сколько человечество получит преимущество, если такие страны, как США, Россия, Китай, Япония, Англия, Южная Корея, Бразилия, Индия, Израиль и Турция уменьшат свой военный бюджет в половину и направят эти средства на науку, на технологическое развитие, на исследования в космосе. Дружище, я думаю, производители оружия с тобой не согласятся. Спасибо за ваше время. Спасибо. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше Bravo. Будет еще интереснее. Thank you so much, Tablet for Memory, for this amazing, like, a collection of top 10 best weapon of Russia, because some of those is like my first time seeing. That's incredibly an amazing and phenomenal weaponry of Russia. That's seeing those comments also is like so fun reading with the foreigners comments, how they were amazed of how the weapon of Russia, that they are ready for anything. Incredible. And the Zircon missiles or the Zircon rocket is not supersonic, it's hypersonic. That's truly an incredible and magnificent weaponry of Russia. That's like mind-blowing for me seeing those. I'm shocked and so stunned. It gives me chills also. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this top 10 best weapon of Russia. Goodness gracious, I enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying Istanbul Pacific. Guys, if you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.